Глава региона Сергей Морозов выступил на деловом завтраке «Инвестиции в сферу общественного здоровья» в рамках Гайдаровского форума. В ходе обсуждения особое внимание было уделено долгосрочной стратегии России и вкладу социального капитала в устойчивое развитие экономики. Участники обсудили вопросы необходимости привлечения инвестиций в развитие медицины, улучшения инфраструктуры и внедрения инноваций, а также поделились опытом реализации наиболее успешных государственно-частных проектов. Эксперты отметили, что в ближайшие годы необходимо сделать максимально выгодным для бизнеса инвестирование в систему здравоохранения. По словам губернатора Сергея Морозова, эта задача выполняется в регионе уже более 10 лет. Для себя буквально несколько лет назад вместе с командой определили, какие приоритеты должны быть, куда мы должны направлять. Ну, прежде всего, конечно, это сердечно-сосудистые направления, потому что это наиболее актуально сегодня с точки зрения и заболеваемости, и смертности даже. И мы достаточно много проектов реализовали. Сегодня практически 90 с лишним процентов операций эндоваскулярной там направленности – это в рамках государственно-частного партнерства. Второе направление – это онкология. И буквально вот позавчера, в пятницу, мы подписали очередное в рамках государственно-частного партнерства соглашение о больших инвестициях в области онкологических заболеваний, лечения онкологических заболеваний. И уже к концу этого года мы построим большой медицинский центр, который будет позволять нам как минимум порядка 600 тысяч человек оказывать качественную медицинскую помощь на основе современного оборудования. Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова поблагодарила Сергея Ивановича за активную позицию и отметила, что в Ульяновской области успешно реализовывается ряд проектов. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.